Колабасасе, Калифорния, разбился частный самолет с 41-летним Коби Брайантом и его 13-летней дочерью, Джанной Марией. Звездная наследница планировала стать звездой баскетбола. Авиакатастрофа унесла жизни 9 человек. На данный момент раскрыты личности не всех погибших. По последней информации, на борту вертолета была подруга Джанны и один из родителей девочки. Коби и его жена Ванесса воспитывали 4 дочерей. 13-летняя Джанна Мария мечтала сделать успешную спортивную карьеру в баскетболе. По мнению фанатов и тренеров, у девочки был сильный потенциал. Поддерживал Джанну Марию и сам Коби, он лично тренировал дочь и посещал вместе с ней баскетбольные игры. Часто во время матча отец объяснял ей действия спортсменов и учил играть в команде. Юная наследница рассказывала, что мечтала играть в женской профессиональной баскетбольной лиге США, в НБА. Брайант ласково называл дочь Джиджи. Баскетболист хвастался успехами девочки, публикуя видео с ее игр и тренировок. К сожалению, планам Джиджи так и не суждено сбыться. По словам командира службы охраны шерифа округа Лос-Анджелес, все пассажиры рухнувшего вертолета погибли на месте. Младшей дочери баскетболиста Капри, всего 7 месяцев. Трагедия шокировала не только поклонников спортсмена, но и его звездных друзей. Все они эмоционально отреагировали на случившееся.